Сегодня мы получили посылку долгожданную для первой детской поликлиники от Юлии и наших друзей американских. Сейчас посмотрим, что тут. Противодиарейные препараты. О, гидрокортизон, все, что нам пригодится. Цветные фазы. Мазь с антибиотиком. Есть сливки. Ибупрофен. Ой, сколько много пластырей нам как раз для примеров понадобится. Хлоритин, противоаллергический препарат, еще противоаллергический препарат, здорово, спасибо большое, спасибо вашим американским друзьям, и будем присылать еще фото при передаче нашим маленьким друзьям, всего этого.